Перебежки – это лучший прием для резкого увеличения скорости и улучшения стиля катания. Они являются отличным средством для поворота, не сбрасывая скорости. Для изучения важно на высшем уровне владеть техникой ванфута. Так вам будет легче контролировать каждый следующий шаг. Начнем с подводящего упражнения. Становимся на месте и делаем переступание через ногу. Делаем несколько шагов в одну сторону, затем в другую. Дальше найдите достаточно широкий участок дороги. Едьте по кругу, делая перебежки. Быстрее скорость, больше диаметр круга. После того, как достигли хорошего контроля, наматывайте круги в обе стороны. Получается, делайте перебежки на прямом участке дороги. Для этого наберите среднюю скорость и совершайте мощные отталкивания при перебежке. Старайтесь делать их как можно ниже. Так это будет выглядеть зрелищно, а эффективность возрастет. Перебежки можно делать как лицом, так и спиной вперед. Будьте осторожны, делая перебежки на плитке. Во избежание падений, скорость, на которой они выполняются, нужно наращивать постепенно. И еще, не забывайте оценить видео и подписаться.